Но достаточно, чтобы поддерживать человека, который сейчас находится в жизни. Ну а почему у них при рождении это у них была душа? Да. При каких обстоятельствах они ее потеряли? Они ее не потеряли при крещении, сняли кусочек, как копию снимают. Знаешь, как вот пришел на паспорт, ксерокопию сделали. Ты можешь по паспорту получать документы, что-то делать, а можешь по этой ксерокопии. Так вот, где эта копия-то? Сейчас спрошу. Или в какой-то большой перине. Допустим, это эгрегориальный слой. А как вернуть это людям? Говорит, что ты можешь на уровне кона просто как приказ, как закон, чтобы летело каждое к своему человечку. Если человек готов, он примет. Если не чувствует отклика, оно просто, знаешь, как бумажка сотрется. Какие-то поддерживающие механизмы, которые квантовые компьютеры, там, магия, которая снимала эту ксерокопию, они еще есть? Магия. Церковная магия, добровольное пожертвование. Добровольное пожертвование по на нашей Вселенной должно быть также отдарено. Куда-то они должны отдать. Куда они отдают силу? Поддерживают эгрегор. Вот Чужими почему. душами. Да, вот почему эгрегоры и восстанавливаются. Мы их херачим, а они восстанавливаются. В том числе. Ну, не совсем они восстанавливаются. Но все равно. Есть какой-то клей, который поддерживает эти души на этой перине эгрегориальной? Мне книжки показывают. Обычные церковные старые книги. И вот регистрация какая-то. Не знаю, клей ли это или договор, просто может где. Информация, типа договор. Как их стереть? Говорит, расторгнуть. Расторгнуть. Судья? Или человек, или ты. Я беру вот эту такую книгу, стираю. Посылай судью в этот эгрегориальный слой, пусть отщелкивает каждую. Я стираю эту книжку. Голова закружилась, значит, что-то происходит. Пошли фиолетовых помогать процессу. Хорошо. Пусть из эгрегора выковыривают все души, отправляют к людям. Теперь носители души только люди. Биологические тела. Одно тело, одна душа теперь. Носить чужую душу и питаться нельзя. У каждого человека своя частота, своя вибрация при приеме чужой вибрации. Становится плохо, это яд. Производство спайса, то есть адренохрома, должно быть остановлено.
Очень плотный день, очень плотная была ночь. Работаем. Ирину надо выбить. Эгрегориальную. Все старые книги церковные, записи актов гражданского состояния. Это всего лишь запись. Часть волос в воске. Мусульман иной процесс обрезания. Иудеев иной процесс. Это все лишь физическое явление. Матрицу этого магию стираю. Эгрегоры теперь скользкие для душ не держат. Спроси у синего, сколько сейчас душ в эгрегорах было и сейчас стало. Говорит, что было 3,5 миллиарда. Хиросиме. Прошу прощения за свой французский. Говорит, что это какое-то время займет. На протяжении 3-4 месяцев. Ну хорошо. Да, мы не спешим. Пошли, пусть выговаривают. Хорошо. Кошечек тоже. Пусть их много. Да. Заодно магию, которой покрыты как лаком эти души.